Соленый хрустящий сельдерей, яркая морковь, аппетитный помидор, перец, полоски сыра. О чем мы сегодня говорим? Возможно, о сочном салате, напоминающем об урожайном сезоне или о том самом сезоне, когда все эти дары еще только-только предвкушались. А что ж, все это вполне оправдано, но не на все 100%. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим пасту с удивительным соусом, но все по порядку. Пожалуй, мы слишком привыкли, что макароны без мяса сытости не дают, а какие-то абсолютно овощные вариации наших обедов и ужинов импонируют отнюдь не времени наступления холодов. Легкое – это ж когда тепло, когда не требуется масса энергии для защитных сил организма. Погодите, погодите. Замечательно нежный объем клетчатки. Да с насыщенностью важными внесезонно витаминами и микроэлементами никто не отменял. А цвет, а вкус, а аромат, а в конце концов желание стройности. Да, дорогие друзья, эту пасту можно назвать одной из самых наших девчоночек. Ну и предложенная по самому что на есть брутальному списку, она найдет своих героев. Во-первых, лишний вес не одни только дамские проблемы. Во-вторых, вкусно и сытно не передать. Правда, с итальянской классикой этот соус кажется не в очень тесных отношениях. Карбонара, песто, болоньезе, аматричиано. Кстати, последняя названа в честь итальянского города Аматричи. И как следствие, в честь тамошнего специалитета. Но обязательно использование свиной щеки не абы какой, а специальной породы, благополучно заменяемые в созвучных рецептах на просто корейку, просто свинину или просто фарш. Но это отступление, с темой нашего разговора все на особицу. Некоторые кулинарные исследователи считают, что это не чисто итальянский вариант, а итало-американский, даже голливудский, для худеющих звезд. Пусть так, но уже одно название соуса манит-то завораживает. Примавера. С одной стороны, почему бы не посвятить некой Вере, которая прима, но в переводе с итальянского «примавера» значит «весна». Паста «примавера». Все овощи аккуратно нарезанные, обжарить до мягкости на оливковом масле с добавлением белого сухого вина. Добавить сыр, специи, соединить с отваренными спагетти. Подавать с помидорами черри. Итак, «примавера» – овощной соус к пасте, который можно составить по собственному усмотрению. Не любите сельдерей? Уберите. Любите помидоры, цукини, сладкий перец? Добавьте побольше. На то и «примавера», «весна». Все по желанию и все в силу, ну, в данном случае, кулинарных страстей. Приятного вам аппетита и всего самого лучшего. С вами была Жанна Соловьева. Пока.